Завтра в Астане начнет работу международная выставка «Транспорт и логистика». Участие в ней примет и Латвия. Сегодня транспортники двух стран разрабатывают новые маршруты. По одному из них из Китая через Казахстан, Россию и Латвию в Роттердам уже прошел первый контейнерный поезд. Ожидается, что в будущем перевозки по этому маршруту станут регулярными. Латвия и Казахстан также расширяют сотрудничество и в Центре приграничного сотрудничества «Харгос». «Харгос» — это огромный пункт, я бы сказал, где скапливались контейнеры, груз, который мог идти в разных направлениях. И одна из этих направлений – это Латвия, это Рига, это потом Скандинавия. И, как мы договорились, это очень важно, чтобы эти грузы, которые пошли через потом Латвию, чтобы уже мы в этом хабе, в логическом хабе в Харгосе уже были, чтобы мы могли уже в Харгосе распределить, как правильно распределить груз для Скандинавии, для Европы и так работать вместе с казахскими коллегами. Рижский свободный порт имеет уже довольно длительную историю с Казахстаном. То есть казахские груза через Рижский порт ходили и ходят и сейчас. То есть разные номенклатуры, в том числе и зерно, и хлопок, и другие наименования. Но, конечно, мы смотрим в сторону контейнеризации и в сторону перспективных маршрутов восток-запад, так называемый новый шелковый путь.